Давай. Пока, привет. Я ем, не надо меня снимать. Вкусное печенье. О, мама. Мои поздравления. Опять ты, твоя камера. That's why you are here. Подачек выгонь, знаешь, что голевое было? Не, а вечером потом пришел. А если приписал? Хорош, малышонок. Тренировка. Ну и чё? Это не надо. 2-1. Попытался он. Убегай! Ау! Какой аут? Под левую, левая слабая, видите, не играет. Вот я тебе все попал правый. Ну и вот на камеру. А? Нет, играй. Аут, аут. Какой аут перед фишкой? Играй, играй. Аут. Какой аут перед фишкой? Опа! Ну, да, все видели? Играй! Ага! Победа! Алексея! Поздравляем! Передайте поздравления! Все рады! Все? Давайте! Что, парни, побежали? Давайте. На теннисболы. 3 на 3 играем! Поехали по 3 минутки! Поехали! Сильнейший, неудобно, можно? Попал! Попал! Сара! А у пара волейбольная. Гриф, иди! Давай, Гриф. Можно кинуть нормально? Давай, любой, Антон! Все, все, осторожно! Ай! Пацаны, мне где везде будет надо, что ли? Аут, аут! Аут! Опа-на! Молодцы, если не хотите, я могу везде, я давай. Хорош, пуп! Есть! Касание, касание! Играй, играй, играй! Ячейка! Перешли, вам сюда! Ау, чистый! Давай, Рик, ручонку. Играй, бразильцы, команда. Браво! Нет, быстрее. И в него. Вот! Рука! Что тебе говорит? Антон, победа? Не-не-не, играть, играть, играть. Миш! Играй, играй, играй! Попал! Попал! Играй! Играй! Алексей! Еще плакать буду! Я! Два раза не попали! Ай-яй! Российская главная шота. И прыжок. Есть. Раз, два, хоп. В рабочем режиме готовимся к последнему туру. Ничего сверхъестественного, обычная подготовка. Хорошая команда. Последнее время показывает неплохой футбол. Дошла до финала Кубка. Им надо побеждать в последнем туре обязательно, как и нам. Я думаю, будет хороший атакующий футбол. Нужно просто забрать свое, забрать игру, взять под контроль мяч и победить. Все будем добиваться победы, чтобы как можно больше набрать очков. Да, мы не в тройке, но даже для себя сделать это нужно. Мы в тех матчах, в которых играли в ничью или проигрывали, все бились до конца, где-то не складывалось. Ну, это футбол. Мы и в тех матчах могли выиграть, и в матчах, в которых мы побеждали, могли сыграть ничью или как-то. Поэтому просто набрали свой ход и, надеюсь, продолжим.